Так, обед закончился. Скоро поедем. Скриснючий после рынка, после замены колеса. Он там понакрутил. С тормозами что-то. Теперь скрипят на ходу. Буду еще исправлять. Потом. Ждем остальных и скоро поедем в этот чертов чистый трип. Какое число? Камера покажи. 10 июля. Поехали. Двинули в путь. Не знаю, что нас ждет. Там вообще сообщали? Чисто, не чисто, грязно? Не знаю. Значит, по Ленину там целые кучи, наверное, будет. Там, в общем, вот это, убрали. Погрузчика. Основной мусор. И получается, остался вот мелкий, вручную, который. То есть первую свалку убирали уже, комитет имущественных отношений. У меня не было там. Я в отпуске была. Ну, вроде они, их было 7 человек или 8 человек. Ну, а так они говорили, как много там, немного? Ну, да, ну, конечно. Не так уж много. Допустим, с утра мы сегодня на третью свалку съездили, ее полностью очистили от остатков. А первую свалку 2 раза аж убирали, потому что ее очистили полностью. Первую, а да? Люди, да, а первые приехали, а потом приехали люди, дачники, все намусорили обратно. И они второй раз ездили, комитет убирали. А нет, спортсмены второй раз тоже убирали. Ну, алкачушканов, наверное, там много на дачах, да? Да. Хотят убирать с собой поросяток. Так, дальше дорога будет однообразной. Потом еще что-нибудь поснимаю. Скоро приедем уже. Удачная местность. Приехали. Ох, ядрен батон, сабатон. Так, а вы нас ждать будете, да? Нет, я вам не понял. Тогда забираем все. Прям как в Индии. О, посмотрите, сколько говна здесь возле дороги. Насвинячили по-божески просто. Наш. Ух. А комаринку взяли? Жесть. Это просто жесть какая-то. Ужас. А там что, нагажено, что ли? Это звездец. Маски? Серьезно? Это
просто словами не передать. Мухи еще летают. Погнали. Это я только с того ракурса снял. А что в лесу творится? Все, люди, сваливайте с земли с таким отношением. Сколько там уже? 40 минут уже. Работа только началась, а я уже запарился. Нога болит. Насекомые летают, но у нас хоть антикомаринка рабочая есть. Выручает. Это жесть какая-то. Сколько там время? 14:54. Процесс уборки полным ходом. В ходе сбора мусора обнаружил кое-что. Типа, парад победы закончился, а всю эту праздничную атрибутику можно выбрасывать. Кого у вас? Нас сними все. А все хотят сняться? А потом засните. В интернете потом будете. А где? На ютубе, да, у меня. Для администрации тогда отдельно сфотаю. Я просто элемент, смотрите, парад победы закончился, все, атрибутику выкинули. Да, это цинично очень. Мерзко. 600. Боусенд называется. Найти можно по видео. Жирный запыхался на ступеньках. Самое популярное видео про меня, когда я был. Когда 3,5 этажа прошел, запыхался. Да. Да, сейчас фото. Вот смотрите, что в мусоре есть. iPhone S. И кто-то еще ловит про нищую Россию. Свиньи. Он же... 3 или 4 ходки он сделал, столько мешков было. Повычищали, неплохо так. Но в тот карьер я побаиваюсь заходить, там чуть ногу не порезал сейчас. Стеклянный полукруглый. Еще бы немного надавило, спорола бы. Так, ну вроде уже стало почище. Аж буксует, бедный. Тоже вот туда вот пойти вот так вот скрипси кучу. Ну а сейчас со шкрябаем, да, все. Тем временем все чище и чище становится. А дачникам похеру. Проезжают, даже не помогут. Сволочи.
А мы пашем, горбатимся, трудимся в пути лица. Думаю, скоро, надеюсь, закончим. Что, самогонный аппарат? Предлагают елочками все засадить, чтобы не кидало. Ну, елочкам еще вырасти надо. Вы сделаете, вот да, в городе поставили эти места, как они называются, под урны. А урн нет. А нахуй нам места, когда урн нет, мусор куда кидать? Вот и здесь. А дальше-то куда? Ну скажите, ведет. Определите место, вот сейчас это закрыли, карьер весь загадят. Она просто в свое время здесь, да, администрация сделала как свалки, они вывозили за счет администрации. А сейчас пришел, я думаю, когда выбрать все нахуй. Не, ну надо было отвести место. Площадки предусматриваются, это все в плане. Сначала это свалки убрать. Вот, план. Это закрыли, а плана еще нет. Нет, а баки-то должен региональный оператор предоставить, не район. Район должен место подготовить, так, площадку. А там же это, провели беседу, никто не хочет платить региональному оператору за вывоз. Они говорят, мы платим в городе. Мы, с одной стороны, тоже люди правы. Ну да, ну и закон такой новый. Здесь, это двойная оплата, а он там не живет, сюда бросает. Ну да, это получается с 1 января 2019 года этот закон новый вступил. Сколько? В 2018 году я вот, занимаясь вывозом мусора, платил 89 рублей. Теперь 300 рублей куб. С чем связано? Чайкины дети забрали или кто там сейчас свалками занимается? Ну, я понимаю, что 300 рублей было не сделано, они бы завод поставили, сортировали. Ну да. Другой вопрос, да. А здесь смотри, найми погрузчик, найми машину и заплати 300 рублей. Китает 6 тысяч плюс 2 тысячи машина. И плюс две погрузка. 10 тысяч машин. Ну это куда нахуй? Все, Степка, нормально? Ну и хорошо. Катились домой. Я вот чертовски устал. Я все ненавижу. Полон ненависти. А еще отработать надо до конца рабочего дня. И только потом можно будет помыться. Это жесть. Просто жесть.